В Якутске появился новый современный автобус. Сегодня ЕПАК представил новый маршрутный автобус китайской фирмы «Шаолинь». Он оснащен современным оборудованием, в том числе автоматизированным подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья, карточной системой оплаты и видеонаблюдением. Также в автобус внедрили систему ГЛОНАСС, которая в случае чрезвычайных ситуаций немедленно передаст сигнал в экстренные службы. Это единственный автобус сегодня в Российской Федерации, который будет в случае какой-то экстренной ситуации, водитель сможет связаться как и по радиостанции с диспетчерской МЧС, так и в автоматическом режиме может уйти сигнал. Мы надеемся все-таки, что несмотря сейчас на тяжелое время, на кризис, эти автобусы у нас достаточно быстро заменят наш действующий парк. В следующем году планируется уже приобретение 20 таких и поэтапно далее, то есть будет потихонечку меняться полностью весь транспорт общего пользования в городе Якутске.